Вместе со снегом сошел и асфальт. Многие городские улицы выглядят как после бомбежки. С резким потеплением и таянием снега ямы незаметно скрылись под лужами. Но вместе с этим стали более ощутимы для автолюбителей. Многие за эту весну уже остались без колес, порвали шины и погнули диски. Автолюбители обеспокоены таким положением дел и, мягко говоря, недовольны состоянием дорожного полотна. Промплощадка, новый город, тяжело. Да. То есть... Есть такие места, где там утром запомнил, а вечером уже по новой все. Ну, по направлению сюда в город очень плохая дорога. То есть по области нехорошая. Во дворы заедешь, на Филатова заедешь, Сурово разбит все. Нижний террас все разбит. Верхний террас, частный сектор, вообще лучше не заезжать. Все ямы выскочили наружу, такое впечатление, что их никто не делал до этого, и сейчас никто не собирается делать. Плачевная ситуация наблюдается во всех районах города. В соответствии с ГОСТом максимально допустимые размеры выбоин и провалов не должны быть больше 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Сроки ликвидации повреждений не должны превышать 5-10 суток, в зависимости от категории улиц и дорог. По поручению губернатора идет подготовка к масштабной работе по ямочному ремонту аварийных дорог. В Минтрансе начали проверку гарантийных участков. Также ведем осмотр гарантийных участков. Согласно этому осмотру у нас разработаны мероприятия, будут составлены акты, и по условиям договора подрядная организация за счет собственных средств обязаны ликвидировать все выявленные недостатки. Водителям в случае попадания в яму необходимо вооружиться телефоном, зафиксировать повреждения автомобиля, время и место. Если есть очевидцы происшествия, то необходимо записать их контакты. Следующим этапом необходимо сделать независимую экспертизу по оценке причиненного ущерба и затем обратиться в суд. Необходимо обеспечить два момента. То есть первое – это подтверждение, что данный факт был и что действительно машина получила повреждения именно в этой ситуации, и стоимость данного восстановительного ремонта. Суд рассматривает и по результату уже выносит решение. То есть если гражданин доказывает эти обстоятельства, то суд взыскивает причиненный материальный ущерб. В городе подрядные организации уже приступили к восстановлению дорожного полотна. Один из асфальтобетонных заводов начал свою работу на 2 недели раньше обычного и уже поставляет горячий асфальтобетон. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.